Политики из Германии приедут в Омскую область в июле. Иностранную делегацию на празднование 25-летия Азовского национального района пригласил Виктор Назаров. Глава региона рассказал об итогах своей поездки на заседание межправительственной комиссии в Байрайт. Губернатор отметил, что германская сторона заинтересована не только в сохранении этнической самобытности и культуры российских немцев, но и в развитии экономических связей. Уже известно, что идея новой встречи на территории Омского региона депутаты Бундестага поддержали. У нас будет в июле праздноваться 25-летие Азовского немецкого национального района. Мы хотели бы, чтобы гости из Германии поучаствовали и в этом празднике, посмотрели, как живут, как развиваются и что делается новое в районе. Я уже отмечал о том, что сегодня мы в немецком национальном районе газифицируем 4 новых села. Это к осени газификации будет охвачено порядка более 1000 домовых территорий. Это сегодня один из самых газифицируемых районов нашей области. Со стороны Федерального агентства по делам национальности Игорь Вячеславович Баринов дал высокую оценку нашей работе. И господин Кошек высказывался о том, что действительно в прошлом году на 21-й межправкомиссии был задан новый тон взаимоотношений между Республикой Германия и Российской Федерацией, именно в отношении российских немцев.